Всем привет, ребят! Я поспорила с подругой, что сниму видео в пижаме, и я, конечно, вряд ли выгляжу в ней как вдова-мафиози, но мне очень нравится это ощущение. Сегодня я хочу рассказать вам про авторов самиздата, которых я читала летом, и не только летом, которые мне очень понравились, и которых я бы хотела рекомендовать. Самиздат до сих пор у нас такая скользкая тема, потому что к нему еще есть ряд предубеждений, несмотря на то, что уже не раз мы видели, что издательская политика тоже странная и склонна обращаться именно к популярным сетевым авторам, брать их тексты, издавать их, недоиздавать циклы и так далее и тому подобное. Хочу вам как-нибудь рассказать про негативный опыт, с которым я сама сталкивалась у своих знакомых. Но сегодня поговорим о хорошем, поговорим о классных сетевых текстах, о классных сетевых авторах, которых я читала, которых я хочу рекомендовать. И очень надеюсь, что некоторых из них все-таки когда-нибудь увижу в бумаге. Большая часть авторов, про которых я буду вам рассказывать, существует на площадке Litmarket. Это относительно новый сайт, очень удобный по своему интерфейсу и очень лояльный к авторам, но пока что на нем очень мало читателей. И мой аккаунт там тоже есть, так что ссылку я вам оставлю в описании, как и ссылки на всех остальных. И с некоторыми из ребят мы познакомились через марафон Litread, это читательский марафон, который проходит на Litmarket, и в который я вписалась как блогер и сейчас уже как автор тоже. Но не со всеми, и, собственно, эти не все, с них я и начну. Во-первых, это Мария Гуцол. Это моя находка прошлого года, это мой абсолютнейший краш, потому что этот человек пишет про фейри так, как я бы хотела читать. У Гуцол есть цикл романов под названием «Красный вереск». Открывается он осенней жатвой, и если вы искаете себе что-то такое мрачное, правильно осеннее почитать, то вот это вот то, что надо. Действие всех романов происходит в вымышленном городе Байль, который стоит рядом с границей с той стороной, то есть с миром, где обитают очень-очень каноничные кельтские фейри. И из-за этого в Байле происходят всякие чудеса, приключения, добрые и не очень добрые, и главные героини романа Гуцол с этими чудесами сталкиваются. «Осенняя жатва» — это рассказ про расследование Рэй Кэрринджер, охотника на фей, которую саму когда-то тоже похитили феи, и она прожила какое-то время с другой стороны, но она выросла и занимается тем, что разруливает некоторые вопросики между людьми и фейри. Второй роман «Три вороньих королевы» — это история про Джилл Грегори, которая пошла на ту сторону за пропавшим братом, и сейчас Мария выкладывает уже наконец-таки за деньги роман «Железо и серебро» про Анну Греймор, она патологоанатом, и здесь прослеживается желание автора создать такой ряд сильных женских персонажей, и меня это на всех уровнях просто радует. Меня дико бесит, что Маша не берет деньги за свои книги, отговариваясь тем, что, ну, они лежат на всех пиратках и так далее, потому что это, правда, потрясающие вещи, это очень комфортный для меня сеттинг, и я сейчас не читаю роман в процессе, хотя могла бы, просто потому что я знаю, что я проглочу его за 2 вечера, и я очень не хочу отвлекаться. Так что я очень рекомендую, я знаю, что «Осенняя жатва» как минимум издавалась через крауд какое-то время назад, и сейчас в планах у автора издать точно так же «Трех вороньих королев», поэтому если это дело начнется, я обязательно в этом поучаствую. Второй автор, вот как раз тот, которого на Litmarket пока что в полной мере нет. Основной аккаунт здесь на Продомане и на Автор Today, но некоторые рассказы на Litmarket тоже выложены. Это Светлана Гольшанская. Я с ней знакома давно. У Светланы тоже есть свой мир, свой сеттинг продуманный, по которому она пишет романы. Это такой мифолого-приключенческое фэнтези в мире, который очень похож на наш, но эпохи где-то, наверное, такого очень условного средневековья, постсредневековья, в котором существует магия, существуют демоны порождения червоточины северного сияния, и существуют люди, так называемые сумеречники, которые с этими демонами сражаются. То есть тут есть немножечко от Ведьмака. Да. По этому миру написано одна трилогия, один отдельный роман, сборник мифов, кажется, и сейчас в процессе вторая трилогия. Я читала несколько вещей, и началось у меня все с романа «Северный путь». История про юную девушку Герду, которая оказывается
одаренной. Но дело в том, что в этом мире с определенного момента местные инквизиторы за всеми одаренными гоняются и убивают. В общем, Герде приходится бежать для того, чтобы с одной стороны от них спрятаться, с другой стороны научиться управлять своим даром, потому что необузданный дар может стать очень опасным для своего носителя. Когда Герда была совсем-совсем маленькой, она встретилась с юношей, охотником на демонов, в которого она влюбилась, скажем так, и, собственно, встретиться с ним ей предстоит снова. То есть есть такой момент того, что это может быть прочитано как женская фэнтези, не в полной мере ромфант. Я тут недавно почитала критерии к романам в этом жанре и поняла, что вот почему мне стало очень скучно его читать. А это скорее такое фэнтези с путем героини, потому что рост Герды, ее взросление играет здесь очень важную роль. Про этого самого юношу написан роман «Книга тайн», где рассказывается про то, как он стал тем, кем он стал. Я читала ее в двух вариантах. Я читала ее еще как «10 тайн охотника на демонов», а потом Светлана ее очень мощно подредактировала, и недавно я ее перечитала. И там видно, насколько классная работа была проведена, мне очень понравилось. Это такое классическое фэнтези, перемешанное с романом взросления, где очень четкая система магии, где главный избранный герой, но эта избранность немножечко переворачивается, где понятно, кто чужие, кто свои, что свои, они тоже не всегда свои, не всегда хорошие. И это очень классно написано. И в текстах Светланы меня подкупает то, с какой любовью она выписывает созданный ею мир. Так что я планирую перечитать обновленный «Северный путь», двинуться дальше по тексту и где-нибудь в декабре вернуться к трилогии, которая является предысторией всего происходящего, к неторенным тропам. С Никой Милосердовой мы познакомились еще зимой. Я прочитала ее роман «И боги услышат», и у меня было видео, где я про него рассказывала. Это подростковое фэнтези в реалиях постапокалипсиса, в которых наше общество было отброшено к первобытному строю. И, по сути, это книга про выбор пути, про инициацию и про то, как два подростка проходят путь героя. Чувствуется классная работа с формулой Кэмпбелла, чувствуется, насколько хорошо был продуман мир и его реалии, и как переплетается реалии нашего мира и отражены в этом вот постапокалиптическом сеттинге. Угадывается очень многое, но при этом передается ощущение мировосприятия именно того общества, о котором идет речь. Меня это подкупило, и поскольку Ника очень активный человек, который постоянно всех везде зовет, в том числе с ее подачей, я влилась в Литрит и прочитала еще два ее сборника рассказов. Там уже все немножко иначе, потому что эти сборники, они по большей части являются собой зарисовки на какие-то определенные темы или с каким-то конкретным конфликтом. Среди них не очень много полноценных историй, но даже там, где ты читаешь просто зарисовку, ты видишь, насколько ярко изображен мир, насколько классно подана идея, и были некоторые рассказы, по которым я надеюсь однажды прочитать уже полноценные истории. И как раз на ретрите мы познакомились с Владимиром Ториным, Ниной Цукановой и Татьяной Грачевой. Тут у меня очень смешанные чувства, начну, наверное, с Торина, потому что это то, что было для меня прям совсем-совсем открытием. Я начала читать его роман «Мистер Вечный Канун», который сейчас должен выйти в бумаге у Манова, Нов и Фербер. Я скрестила пальчики, очень надеюсь, что это произойдет. Начала я читать его, потому что, во-первых, это роман про Хэллоуин, как можно догадаться, и читать его летом было абсолютно мучительно, потому что это идеальная хэллоуинская книжка. А во-вторых, обложку к нему рисовала Катя, которая рисует мои обложки. И я такая, так, кто уводит мою художницу, пошла проверять. «Мистер Вечный Канун» — это почти 1000 страниц читательского удовольствия, если вы тащитесь от хэллоуиновской эстетики, от Англии, от классических приключений, от Брэдбери, мистики, всякого лавкрафтианства и всего такого. В город Уэлли Холм возвращается Виктор Кэндалл, это один из самых главных героев, это герой, глазами которого вы будете видеть большую часть истории. Он родился и вырос в Уэлли Холме, и, как мы скоро узнаем, его мать очень коварная ведьма, и она кое-что задумала. Хэллоуин или Самайн для Уэлли Холна, несложно догадаться, имеет особое значение. Здесь к нему готовятся. И Виктор, который сбежал в Лондон, работал там журналистом, обычно избегал возвращаться на родину, но тут как бы он услышал зов, ему пришло таинственное письмо. И первая часть романа — это такой взгляд
вернувшегося на мир, в котором он когда-то жил. Но интриги начинают закручиваться, раскрываются линии брата младшего и младшей сестры Виктора, мальчишки Томми и молодой ведьмы Кристины, которые тоже сталкиваются со всякими тайнами. В городе появляются очень странные личности, начинают пропадать люди, и Виктор выясняет, что именно задумала его мать. Ну и потом постепенно это все разворачивается в другую сторону. Я написала отзыв, когда я прочитала 70% текста, потому что читать это в жару было просто невыносимо. Настолько он атмосферный, настолько в нем много мелких антуражных деталей, и так классно он погружает в себя. А здесь нет четкой системы магии, четких ответов на вопросы. Здесь есть то, что я очень люблю. Здесь игра с подтекстами, с символами, с какими-то интересными отсылками. И работа напоминает одновременно и Рэя Брэдбери, и какие-нибудь фильмы типа «Фокус-покус» про ведьм классические, и всевозможные истории о призраках и все остальное. В общем, магия зыбкая, образы яркие, атмосфера шикарная. Я рекомендую совершить в октябре этот читательский подвиг и окунуться в эту тысячестраничную жуть. Книга, правда, в какой-то момент становится очень жуткой, будьте к этому готовы. Там много красивых, уютных моментов, там много действительно цепляющих вещей, и в то же время там будут довольно кровавые сцены и довольно жестокие существа, от которых даже у меня были мурашки по спине. После «Кануна» я на следующем марафоне взяла почитать роман «Моё пост и маго». Это уже история, которая принадлежит циклу из Габбена. Я так понимаю, что у Владимира это такой основной сеттинг над историями, о котором он работает. Это стимпанк, и по моим личным ощущениям, там какая-то абсолютно крышесносная смесь английской классики приключений, Терри Пратчетта и Чайным Евеля. Я не знаю, как еще это описать, но просто вот представьте, что смешали мозгодробительность Чайным Евеля и его миров, добавили туда пратчеттовской иронии и умение переворачивать реалии мира, чтобы вытаскивать из них всякий гротеск и сатиру, но при этом ты постоянно узнаешь знаковые для классической приключенческой литературы 19 века штуки. Мне именно в «Пост и маго» привиделся и Джозеф Конрад, и Стивенсон, и Конан Дойл, и кто только не. История там связана с тем, что житель Габбена, доктор Доу, который является одним из главных героев цикла, в принципе, как я поняла, оказывается втянут в расследование таинственного убийства. Был странным способом убит мужчина, который только-только приехал в Габбен на поезде. Вместе со своим племянником доктор Доу начинает это дело расследовать не столько из-за желания восстановить вселенскую справедливость, в большей степени потому, что его очень выбесили действия глупых полицейских, они тоже очень колоритные ребята, и племянник просто, по сути, взял его на слабо. Этот роман уже не в 1000 страниц, он гораздо меньше, но при этом он тоже не менее атмосферный, он тоже не менее закрученный, и в нем чувствуются связи с другими романами цикла, так что я уже скачала себе следующую вещь, «И гаснет свет», как я поняла, это то, что открывает цикл романов. Но Торин не хотел давать ее в марафон, потому что ему казалось, что она слишком мрачная. Я не знаю, насколько мрачно это будет казаться вам. Для меня это прям вот идеальный уровень мрачнины, который я бы хотела. Ссылку на группу и на аккаунт на Литмаркете я оставлю вам в описании, так же, как и ссылки на всех остальных ребят. Нина Цуканова, «Игры с огнем», «Друзья по недоразумению». У меня с этой книгой связана странная история. Дело в том, что главного героя там зовут Кондор, и я просто не смогла пройти мимо. Это дракон. Он такой, как сказать, в общем, интересный товарищ, колоритный, и на моего героя, наверное, похож только любовью к чаю. И все. Это фэнтези приключенческое, которое очень напоминает раннюю Громыко. И сеттингом, и чувством юмора, и ощущением того, что история, с одной стороны, легкая, а с другой стороны, в ней есть какие-то очень глубокие моменты. Юная магичка Дзета. Абсолютно бесящий персонаж, просто до невозможности. Вот, собственно, еще одна причина, почему была ассоциация с Громыко, потому что Громыко как раз открыла ящик Пандоры и щедро снабдила наше отечественное фэнтези всеми вот этими рыжими ехидными ведьмами. Зета не рыжая, но характер у нее весьма в том же духе. Она немножко пацанка, она очень назойливая, она, кстати, в отличие от Вольхи, местами инфантильной, бесит просто
страшно, но при этом она любопытная, она шебутная, она прикольная, и как рассказчик, если смириться с ее вот этой вот особенностью, тем, что она местами эгоистка и поступает не так, как стоило бы поступать умному человеку, и понять, что она за это будет огребать, то чтение идет просто на ура. В общем, Зета в поисках денег и заработка сталкивается с ребятами, которые хотят поймать дракона. Для этого им нужна девушка, которая споет ритуальную песнь, и дракон прилетит за ней, чтобы взять ее в жены. Ну, немножко напоминает Диченко, немножко напоминает всевозможные такие вот истории про девушек-драконов. Зета соглашается, говоря, что, типа, ребят, это не работает, но если вы мне дадите за это денег, я вам и спою, и спляшу, и вообще все, что хотите, только денег дайте. Но, к ее ужасу, песня срабатывает, появляется дракон, уносит ее, он страшно на нее злится, потому что заклинание — это заклинание, но между ними завязываются странные отношения. Это история про то, как девушка обрела себе комфортного шугар-дэдди в виде дракона, который периодически вытаскивает ее задницу из проблем, обеспечивает ей прикольные путешествия и развлечения, потому что, по всей видимости, она каким-то образом скрашивает его одиночество. Не в романтическом плане вообще ни разу, между ними строго дружеские отношения. История идет дальше, Зета погружается в мир, в котором существуют драконы. Она изучает их примерно так же, как Вольха изучала вампиров, и узнает очень многое об их иерархии, об их подноготной, об их политике. И где-то здесь появляется еще один дракон, Личи. Он очень необычный, это такой местный лакеанец, можно сказать так. Это мой любимый персонаж, потому что он очень неоднозначный, он очень яркий, колоритный, и у них с Зетой тоже завязываются очень странные отношения. История идет-идет, развивается, а в конце Зета совершает очень большую глупость. Это сыграло многое в моем восприятии книги, потому что, по сути, Зета получила очень болезненный удар за все те вещи некрасивые, которые она совершала на протяжении остальной истории. Я сейчас сижу в окопе и записалась на бета-ридинг второй части, потому что мне очень понравилась работа, понравились персонажи, мне понравился мир, несмотря на всю его где-то противоречивость, недоделанность. И, в принципе, от «Игр с огнем» у меня было ощущение, как будто бы ты просто стоишь рядом с огромным нагретым солнцем камнем около моря, и тебе так классно и замечательно, что ты готов приключаться, ты готов это читать. Если вы фанат того самого олдскульного женского юмористического фэнтези и хотели бы почитать что-то такое же, но при этом хорошо написанное и без, скажем так, где сиюшность главной героини будет уравновешена звездюлями, которые она получает в процессе, то я искренне от всей души рекомендую. И последний автор — это Татьяна Грачева. Здесь у меня очень странные ощущения, потому что Татьяна пишет в жанре, который я, в принципе, не читаю. Она пишет современную прозу про женщин, по большей части, с романтической линией. Хотя назвать это современными любовными романами мне сложно. Здесь романтическая линия очень хорошо отбалансирована со всякой интересной социалкой и с описанием мира вокруг. Я прочитала ее роман «Анасейма». Это история про девушку, которая выросла на берегу Черного моря, около Анапы, в семье, занимающейся турбизнесом, ну, в том виде, в котором он существовал где-то на стыке 80-х и 90-х. Мать у нее немножко себе на уме, такая морская фея. Отец у нее тоже немножко себе на уме и думает, и живет фактически сегодняшним днем. И еще у нее есть две сестры, старшая и младшая. И младшая там, по-моему, самая такая рациональная. Но у нее будет свой твист в развитии характера, я не буду спойлерить. Вот, в общем, Марина по прозвищу Анасейма, девушка, влюбленная в море, девушка творческая и необычная, растет просто как дикий цветочек, и однажды к ним на постой приезжает семья из Москвы, и у Марины завязываются сначала дружба, а потом и нежные романтические отношения с мальчиком из этой семьи, но они люди из очень разных миров, поэтому как бы история про то, как менялась жизнь каждого из них, и как они то появлялись в жизни друг у друга, то исчезали. Почему я говорю, что это не современный любовный роман? Потому что здесь есть и про взросление, здесь есть и про семейные странные отношения, про разные типы семей, про то, как жизнь может моментально разрушиться, про то, как молодая девушка в очень странных, суровых и не всегда дружелюбных условиях
растет, развивается, ищет себя и, что самое приятное, в итоге находит. Очень хорошо написано, очень неспешная, очень яркая вещь. Я не знаю, буду ли я читать другие вещи Татьяны, просто потому что это не мой жанр. И мне очень сложно захотеть прочитать что-то в этом духе, но если вы любите такой, как это сказать, я бы не сказала реалистичную современную прозу, но, наверное, вещи в духе Метлицкой или Ариадны Борисовой, или кого-то в этом духе, когда оно вроде как про любовь, но не совсем про любовь, но про современный мир, и с ощущением, что автор этот мир очень любит, очень хочет его понять, познать, пишет о том, в чем он разбирается, и не скатывается при этом в чернуху, несмотря на то, что показывает мир с разных сторон, то я вам очень рекомендую Татьяну. Я бы очень хотела, чтобы у нее было больше читателей, потому что она крутая и талантливая, и вообще. Это то, про что я вам хотела рассказать в этом видео. На самом деле, самиздата я читаю чуть больше, просто часто я ныряю куда-то, что в итоге оказывается странным, либо я не хочу про это рассказывать, либо я про это рассказывала в каких-то других видео, в жанровых, например. Ссылки на ребят и на их аккаунты на Литмаркете вы найдете в описании. Следующий сезон Литрида стартует с 15 октября, в него еще можно вписаться, и ссылку на группу я тоже оставлю вам в описании. Правила там простые, вам дарят книжку, вы ее читаете и пишите на нее внятный читательский отзыв. Супер рецензии никто не требует, главное, чтобы было понятно, что вы прочитали и что вам понравилось, а что, может быть, не понравилось. Я там тоже буду, если хотели почитать мою книжку, welcome, приходите. В комментариях можно посоветовать мне почитать кого-то из сетевых авторов, кто нравится вам и кто, может быть, пишет что-то достаточно нетипичное, поэтому не настолько супер успешен, как романистки с Литнет. А я пойду пить чай и тискать котов. Всем спасибо за внимание и всем пока.